Черт подери, кто это был? Это кто? Что делать? Свет вырубать? Допустим, вырубил я свет. Что это было? Я в шоке! Я вообще этого не ожидал! Вы это видели, блин? Гейм овер, да спасибо, блин, я без тебя понимаю, что мне кранты на шестой ночи. Всем море приветов, друзья и гости моего канала Нептун здесь, это я, как вы уже заметили, я продолжаю приходить сегодня Tubeland Act 1, третья серия. Сегодня будем приходить ночь номер 6. Мы так долго к этому шли, я так долго умирал, мучился, но в итоге я прошел почти все сюжетные ночи. И теперь нам нужно отсюда сбежать. Этот сумасшедший аттракцион с телепузиками, страшными, как сама ночь, страшными аниматрониками, телепузиками, вышел из-под контроля. Меня хотят убить, и наш герой должен сбежать. Ну что, погнали, ночь номер 6. Пока там есть все 4 основных телепузика, Дипси, Ляля, По и Тинки-Винки. Возможно, здесь будет кто-то еще. Кто-то еще, более злой. Давайте посмотрим. Фух, дай мне, боже, сил. Ого. Мне показалось, или какое-то освещение другое стало. Какое-то красноватое, смотрите. И фон Гая даже нет. Офигеть. Ну, подожди. Нифига, он уже убежал? Так. Охренеть, вот эта скорость. Он ползущий здесь, исчезающий за дверью там, красненький. Вот это кто? Вау, кто это был? Черт подери, кто это был? Это кто? Что делать? Свет вырубать? Допустим, вырубил я свет. Что это было? Я в шоке! Я вообще этого не ожидал! Вы это видели, блин? Гейм овер, да спасибо, блин, я без тебя понимаю, что мне кранты на шестой ночи. Ох, боже. Ладно, так, все, собрались. Сейчас будем играть. Я пока ничего не понимаю, но это очень интересно. Пшел отсюда, ползающий. Все, он пшел отсюда. Так, здесь нужно это вырубать. Пойди на эту камеру, должен попасть тот ползающий. Воу, что это за нафиг такое? Может, нельзя на него смотреть, потому что он, по-моему, он меня убивает. Так. О, ползающего сейчас прогоним, а потом исчезающего за дверью. Так, ползающего прогнали, все, теперь исчезающий, скорее всего, исчез. И телепорт... Да, блин, подожди, на пятую камеру, да? О, тут нужно свет вырубать. Да, блин, подожди. Черт. Да почему он? Ты кто? Тот пылесос, о котором я говорил. Вау! Вау! Он мне игру закрашил! Он действует как Голден Фредди! Короче, на того хрена, который на камере, нельзя смотреть. Если на него долго смотрю, то он меня убивает. Но при этом мне нужно смотреть на ползущего. Короче, какой-то караул. Так. Так, подождем. Он типа ушел, скорее всего. Так, ползущий здесь. Ладно, хорошо, но этого огромного чувака на весь экран нет. Здрасте, привет! Ты же По, да? Или нет? Окей, надеюсь, что ты нормальный чувак. Кто там поржал? Черт. Да, чувак, где нужно вырубать свет? Пришел на четвертую, блин, так нужную мне камеру. Вот он! Теперь он на пятой камере будет торчать. О, он ушел. А, ну сейчас ползущий будет с четвертой на пятую прыгать. Да, ползущий будет сейчас постоянно на пятой камере, потому что раньше я его на четвертой мониторил. Теперь придется только на пятой. Вот он, видите, ползает снизу. Это он, получается, ползает со второй, потом на четвертую, потом на пятую, потом на седьмую, потом меня убивает. Короче, мне нужно его аккуратно там мониторить. Так. Нет, он все еще здесь, ладно. Черт, я не успел, да почему? Только что был звук, я должен был успеть убрать планшет и посмотреть. Но вместо этого мне не дали этого возможность. Слишком быстро. Был звук. Это вот красный должен был подойти. Я должен на него посмотреть. Но мне даже не дали времени планшеты убрать. Он сразу же появился на столе. Это несправедливо.
Три часа ночи, друзья, продолжаем выживать. Сейчас мы этого пола еще прогоним с пятой камеры. На четвертую. Так, на третьей все, он исчез. Это наш прячущийся. Так. Что-то странно. А, он сразу с пятой, видимо, на четвертую побежал. Черт, слишком опасно, слишком страшно. Трудно так жить. Давай, исчезай. Есть. Так. Ой, ой-ой-ой, пылесосик. Пылесосик. Я заметил, я запомнил, что пылесосик это как Голден Фредди. Там просто... Там просто нужно его поднять. Что за солнышко появилось? А что такое? А это было изначально это солнышко? Оно какое-то криповое стало. Да что это? Да какого хрена? Не успел что-то дверь закрыть. Черт, меня солнышко напугало, которое там было вместо плаката. Телепузиков. Будем выживать? Ха-ха. Так. Надо нам ползать еще прогнать вот отсюда. Так. Ага. Вижу. Привет. Ха-ха, как дела? Как жизнь молодая. Так. Исчез. Значит, пора забирать. Один, два, три. Этого вполне хватит. Так, на пятерку. Только не ты. Этот чертов с шатающейся головой, на которого нельзя смотреть. Все, он отсюда исчез, это хорошо. Так, ползающим прогнали. Тихо, тихо. Исчезающий должен рано или поздно появиться в той двери. Ага, вот он. И как только он отсюда пропадет, мы его забираем. Пропал. Так, так. Все, он откатился. Чисто в теории. Так. О боже, опять красненький. Hello. Это кто там был? А, я понял. Это. Это там, где нужно свет вырубать. Ой, не знаю, сколько у меня хватит времени. Я затащил эту мега-ночь. Это было хардкорно, да. Там буквально в конце уже шли на секунды, на миллисекунды. Все шло, все высчитывалось. Но тем не менее, я, Паркер Андерсон, получил 2000... Что? А, 200... Короче, $248.75 я получил. Ага. А еще у меня статус «Я служащий месяца», представляете? Я самый лучший работник месяца в Tubeland Entertainment. Можете меня с этим поздравить. Так, ну что, 6 ночей затащено дали мне. Вот такую вот медальку, белую, красивую. Так, ну и да, конечно же, менюшка экстра теперь открылась. 7 ночи вроде как нет, давайте посмотрим, что там. Пам-парам. Так, персонажи. А где подписаны? Ну тут хотя бы реально, тут хотя бы по цвету можно четко определить, что это явно По. Это тот аниматроник, помните, который к нам заглядывал и уходил. Я его называл всегда заглядывающий. Ну или красный, да? Дальше. Вот это... Я не могу определить цвет. Он какой-то коричневый. Ну может быть это желтый, такой мутновато-желтый, как вариант. То есть это Ляля чисто в теории, да? А вот это Дипси. И Тинки-Винки. Я его, кстати, постоянно называл ползающий. Следовательно, Дипси это тот, где... Или этот? Нет, Дипси это где нужно было вырубать свет, да? А вот... Или не, подожди, Дипси тот, кто заглядывал, но был невидимый. Я его называл скрывающийся, да? То есть он приходил на третью камеру, потом я дверь просто закрывал, его не видно, но он может меня убивать. И он потом на пятую камеру откатывался. Все понял. А вот это получается Ляля. Как-то она жесткая вообще. Вот здесь как раз нужно было вырубать свет, да? Ну и пылесосик этот, жуткий, страшный пылесосик. А это тот, кто смотрел мне в камеру, и на него нельзя было долго смотреть. Кто это, без понятия. Какой-то кошмарный, не знаю. Но судя по его штуке на голове, по его антенке, это похоже на По. У него же там кружочек на голове, да? Но это, по-моему, не совсем кружочек. Очень непонятный какой-то телепузик.
Так, блупринты, друзья, принты. Давайте посмотрим. Это, короче, камера, да, без помех. Вот так-то. Так, закулисье. Ну, в общем-то... Как выглядит игра на этапе разработки, без текстурок, без освещения, да? Лишь голые модельки. Угу. Угу. Жесть. Вот эту трубу я не помню. Может, она где-то выглядывала, как вы думаете? А, это unused характер, то есть это неиспользованный персонаж. Он раньше должен был быть в игре, но в итоге его разработчик вырезал. А это чё? Там какая-то ночь. Insomnious. Бессонная ночь. Да, я так понимаю? Какая-то бессонная ночь. Это что, типа ночь 7? Ну, освещение тоже немножко поменялось. Такое стало... голубоватые. Так, ну они все здесь. Что значит бессонная ночь? Что такое бессонная ночь? Типа, то же самое, только... Или не то же самое? Пока не понимаю. Ну ладно, давайте попробуем пройти ее. Так, да. Он, типа, скорее всего, откатился, да? Откатился, окей. Так, ползающую, так скажем, тинки-винки нужно тоже прогнать. Так, свет вырубаем. Фу, ну этого смотрящего в камеру вроде как нет. Час ночи, кстати. Так, так. Катился? Не знаю, не вижу, света нет. О, нет, он все-таки здесь. Он все-таки, блин, здесь. И это неприятный факт для меня. Так. Тинки-винки прогнали. Сейчас должен появиться Дипси. Вот он. Все, он исчез. Закрываем дверь. Открываем. Да, блин. Не успел. Ну, сорян, друзья. Ну, 4 часа, друзья. Попробуем хоть как-то выживать здесь. А, без света жить явно не в радость. Все. У меня этот шатающий головой уже около моей двери. Сейчас скоро он придет ко мне. По мою душу. Черт. Так, допустим. Типа я отбился от Дипси. Вот он появился здесь. И ползающий тоже здесь. 5 часов, друзья. А это кто? Не знаю кто. Он уже буквально передо мной. Он уже буквально передо мной. Так. Отправили его на 5-ю камеру. Да, все нормально. Воу, тихо. Черт. А если мы просто дверь закроем до конца ночи, интересно, дотерплю? Да! Вот так-то. Shift complete. Я завершил бессонную ночь. Это типа хардкорная самая вещь. И по сути это ночь номер 7. Да? По факту. То есть я сейчас должен получить какой-то ништяк или ролик секретный. Оу! Секретная мини-игра. Так, это мы, получается, играем за По. Что он. Что это, где мы? Старт, что-то там. Что старт? Куда? Погнали сюда. О, там кто-то уходит, там какой-то черный уходит. Огроменный аниматроник-телепузик. А кто это такой? Черного я не помню. Вот кто? А, это тот, помните, который был
смотрел в камеру, секретный. Телепузитроник. Я еще спрашивал, а кто такой черный, или он серый был? В мультике такого не было. Вот мы все здесь, вот они. Я Попо, вот желтая Ляля, зеленый Дипси, Тинки Винки. Вот наш. Что со мной? Что со мной? Ай! Секретный скримак! Все это было ради секретного скримака? Так что, зачинщиком всех этих бед стал пылесосик? Он типа всех поработил? Или он вселял души? Детей в аниматроников-телепузиков. Ну что, друзья, можно сказать, что мы полностью затащили эту игру. Надеюсь, вам понравилось. А вот они, титры. Я их немножко ускорил, чтобы вы могли посмотреть всех, кто участвовал в создании этой замечательной FNAF-пародии, точнее, этого ребилда. Ведь была, видимо, когда-то оригинальная версия, но я в нее, повторяюсь, не играл. И да, таки дали мне вторую. Вторую медальку. Я все затащил, друзья. Все прошел, все ночи. Так, здесь ничего не появилось, хорошо. Ну все, друзья, игра полностью пройдена. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. И в колокольчике обязательно ставьте все уведомления. Он должен быть такой закрашенный и серенький. Тогда вы точно ничего не пропустите от канала Нептуна. Также зовите друзей на канал, здесь будет очень много разных FNAF-пародий, прикольных игрушек и инди-ужастиков. Всем, друзья, пока-пока!